Игроки женской сборной Краснодарского края могли бы сами себе преподнести подарок на 8 марта, но не случилось. Наши спортсменки уступили во втором матче международного турнира «Кубанская весна» футболисткам из Ирана со счетом 0-1. Дебютантки турнира, иранские спортсменки, удивили не только хорошим умением играть в футбол. На матч представительницы исламского государства, представительницы вышли в религиозных головных платках и хиджабах. Удобно ли играть? Скорее нет, говорят спортсменки. Но рассуждать на эту тему мусульманки не хотят. Sorry, I can't answer this question. Sorry. То ли соперниц иранской команды смущает непривычное для спорта одеяние, то ли уровень женского футбола в Иране такой высокий. Но дебютантки одерживают на турнире уже вторую победу подряд.